Люберцы присоединились к международному проекту «Большая история». Школьники городского округа приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Это мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления под Москвой. Вероника Воронина – призер регионального этапа школьной олимпиады по истории. Тему Великой Отечественной войны ученица 10 класса считает самой интересной. В прошлом году она участвовала в проекте «Диктант Победы». Тогда девушке удалось выявить пробелы в знаниях. Теперь, устранив их, школьница пишет еще один тест, посвященный событиям 41-45 годов. Это история моей страны, история моей семьи, которую обязательно знать. И для нашего возраста, для 10 класса, это уже просто, ну, как-то не очень корректно, скажем, не знать такие события, такие даты. Поэтому стараюсь выложиться на максимум. К примеру, Веронике последовали более 100 учеников 44-й гимназии. А во всем городском округе в этой акции приняли участие более 1500 школьников. Тест содержит 30 вопросов. На каждый из них предложено 4 варианта ответа. Тест составлял институт при МГУ по Великой Отечественной войне. Вот, задания чуть такие специфичные, но для рассчитан на школьников средних классов, также на студентов первых-вторых курсов. И у нас как раз помимо школ также принимают участие в этом тестировании студенты техникумов и вузов. Результаты тестирования поступят для обработки в аппарат молодежного парламента области. Участники, которые дадут максимальное количество верных ответов, получат именные сертификаты. Окончательное подведение итогов состоится в конце декабря. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.